Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Скажите пароль. Ферма Николь. Привет! Друзья, сегодня у нас будет долгожданный летсплей. Сегодня мы будем с Николь играть во что? Фармерама. Да, Фармерама, это ферма. У нас когда-то давно уже была одна ферма, мы в нее играли, и нам очень понравилось. Вообще ферма это очень прикольно для тех, кто живет в городе, посмотреть, как же живут фермеры. Там можно всякое сажать, выращивать себе, да, всяких животных. Да, мы с папой играли, потом... Потом такая... мама. Мы играли все по очереди, там уже и Саша подключилась, и даже иногда Алиса играла, да? Ну да. В этот раз мы решили установить ферму уже теперь не на планшет, а на компьютер. И эта ферма именно, она онлайн, онлайн-ферма, поэтому ее не надо скачивать на компьютер. Вы просто заходите и играете. Ссылку, кстати, на эту игру я оставлю внизу в описании под этим видео. И сегодня мы вместе с вами будем разбираться, как же здесь все устроено. Эта ферма, она очень большая, яркая, такая красочная. В ней очень-очень много локаций всяких, и мы только начали в нее играть, и сейчас в ней тоже вместе с вами будем разбираться. Итак... Поехали. Мы уже тут насадили немножко растений. Да, вот они наши растения. Давай соберем. А ты хочешь собрать? Да. Давай, это у нас написано сено. Давай сено соберем. Давай, собираем. Все соберем или немножко оставим? Я думаю, все соберем. Это у нас салат. Листья салата. Можно я один листик салата? Да, давай. Пшено я соберу. Угу, давай пшено собирай. Так, это пшено дособрали. Есть. И теперь еще у нас есть здесь куры. А почему здесь соска нарисована? Не знаю, но они маленькие еще, я так думаю. Мы сейчас собираем куриные яйца. Вот. Смотрите, у нас теперь написано здесь. Вычистите хлев. А ну, смотри, надо убрать какашки. Я беру. Смотри, ты видишь, целая куча какашек с лопатой. Одну ты убери, одну я. Давай. Это? Угу. Видите, как, в принципе, как на настоящей ферме, на самом деле, здесь все точно так же. Надо кормить. Если вы завели курочек себе, надо их кормить. Все, наши курочки довольны, и теперь они будут нестись. Сейчас мы высадим наш огород, и пока все это будет расти, мы вам покажем, что здесь еще есть, кроме, вот это же не одно только поле, здесь еще очень-очень-очень много всего. Олень, вот он, смотрите. Убежал. Олень, убежал. Морковку будешь садить? Mm-hmm. Давай я пшеницу посажу, а ты тогда, начиная вот с этих, давай высаживай морковку. Это увлекательная игра, она реально затягивает, вот ферма... Одна из немногих таких игр, которые просто затягивают, поглощают своим процессом, и можно, я не знаю, можно и неделю, и месяц над ними просидеть спокойно и не переиграть. Просто вот она не надоедает. Давай походим по карте. Да, карта. Итак, друзья, смотрите, что у нас здесь есть. Это очень большая карта. Как видите, она у нас еще закрыта частично, потому что мы на начальном уровне находимся, как и вы, когда загрузите эту ферму, да, вы тоже будете начинать с самого начала. Итак, у нас здесь есть остров, у нас есть остров пиратов, вот он, кстати, он у нас открыт, и мы отсюда... Можем купить вещи. Да, мы там посмотрим, там какие-то вещи пираты продают. Всем привет еще раз! Ту часть видео, которую вы смотрели до этого, мы снимали несколько недель назад. За это время на нашей ферме многое изменилось. Почти, сколько, две, наверное, или три недели прошло, мы уже играли несколько раз в ферму и дошли достаточно далеко. Но самые вкусняшки мы оставили для вас, чтобы открыть их вместе с вами. Вкусняшки? Вкусняшки, да, ну всякие вкусности на ферме. Поэтому мы уже в Таиланде и ведем сейчас... Этот летсплей из Таиланда. Да? Поэтому я в очках. Да, сегодня у нас будет Николь руководить нашей фермой, а я буду комментировать и подсказывать. Мы уже насобирали достаточно много денег, которые здесь в ферме есть. И эти деньги будем сейчас использовать и вам покажем, что здесь можно купить в этой ферме. В этой ферме Фермерама. Кстати, у нас уже, если вы обратили внимание, у нас уже появились олени. Вот они, милашки, да. Мы купили загон с оленями. Раньше они к нам просто приходили, а сейчас... А теперь они у нас есть. Что-то нам дали. Нам дали рога и копыта от оленей.
А ну еще раз на них нажимай. Их надо покормить теперь надо. Вот написано, вычисти. О, они накакали. Ох, эти олени. Посмотри. Летающий олень. Давай. А, это олени Деда Мороза. Точно. А, вот почему они летают. Что это такое? Рыбный корм. А, вот корм. Да, для северных оленей. Нажимай. И нам надо купить теперь этого корма, потому что у нас чего-то здесь грибов, по-моему, у нас не хватает. Так, нажимай. Все, вот сюда нажимай. Угу. Отлично. Есть, мы купили. Нажимай. Отлично. Теперь нам надо корм сделать. Возвращайся обратно, закрывай вот это. У нас есть возможность покормить оленей вот этим кормом со стрелочкой. Нажимай. Вот, отлично. Все, мы им насыпали сразу. Давай, водички теперь им надо налить. Все, отлично. Теперь ждем, когда они принесут это нам новые папа. Рога. О, это папа олень прибежал. Теперь давай посмотрим, что на нашей карте открылось. Да. Там целая куча всего. Давай на карту, вот она. Друзья, здесь у нас, да, у нас все открыто. Сейчас мы будем с вами вместе изучать, что же здесь есть, потому что здесь есть остров пиратов. Лунопарк пока... В отъезде. А в отъезде, ага. Пока нельзя. Давай на остров пиратов посмотрим, что мы можем купить. Посмотрите, сколько у нас золота. У нас 8615 монет. И почти миллион местных денег. Итак, кстати, друзья, вот эти вот монеты, которые у нас золотые, которые у нас 8615, они называются тюльпесо. Представляете? Тюльпесо. Ведьма, это ведьмочка. Синька ведьмочка. Угу. Ой, ты ее ведьма. Хоть? Да. Она летает. Ну, давай попробуем. Давай, берем. За тюльпесо можно тут купить все, что угодно у пирата. Еее! Интересно, что это? Давай еще смотреть, что у них тут есть. А еще у нас почти 1 миллион зелепени. Это внутренняя валюта. У нас почти целый миллион. Ты представляешь, мы насобирали сколько. Мы молодцы. Смотри, вот эта штука стоит 13-13. Давай, может, вот это возьмем? Давай. Да, какой-то забор. Какие-то заборы, 10 штук. Не будем брать. Давай бобра возьмем вот этого. Сурок Рудик. Спящий сурок какой-то. Давай. Купили сурка. Я еще хочу вот это. Супер. Давай, отлично. Это клумба большая. Давай, бери ее. Так, сейчас мы тут у пирата, в общем, все скупим для вас. Вы обязательно напишите в комментариях, что бы вы еще хотели, чтобы мы сделали в этой игре. И мы, если что, запишем следующий летсплей уже по вашим пожеланиям. Того, что именно вы хотите увидеть из игры Фермерама. Клумба купилась. Я теперь их две купила. Да, теперь у тебя их две. Смотри, тут еще есть сундук с сюрпризами, можем здесь что-то взять. Давай. Да, давай. Какой-то баварский танец мы купили. Давай дальше, пойдем. У нас, кстати, там открыт один остров, и я очень на него хочу попасть. Давай. Нажимай на корабль. Угу. Вот смотри, вот это дерево. Вот давай. Это? Сначала на дерево, вот сюда, да, на вот эту пирамиду. О, обезьяна. Какая-то обезьяна с бородой. Как у нас по крыше бил. Ага. У нас, кстати, еще 490 золотых бананов есть. Бананы! Давай, нажимай на плюсик. Так, давай. Отлично, теперь на нее же нажимай, да. Вот, теперь на обезьяну нажимай. Отлично. Дерево, да, тут... тоже. Давай, тут почему-то он не хочет. Назад. Выходи. Теперь давай посмотрим, что за деревушка тут. Круто! Сурик! Это еще одна плантация для нас. Представь, мы можем еще... Мы теперь на острове можем теперь иметь дом свой. И там, и там. И там, и там. У нас две плантации теперь будет, вы представляете? Круто, ну на слона нажимай. Прополоть, давай, сорняки. Вот это? Да. А, ну слон. Сейчас будешь что-то делать. Это? Давай вот это. А, он, ну типа он прополол сорняки. Сейчас мы попробуем вырубать, наверное, эти деревья тут. Давай, а ну. Во. О! Нажимай. Статуя уже активирована. Отлично. Вот, два банана. Давай. Есть. Теперь следующий. Еще. Мы сейчас тут все вообще пооткрываем. Он у меня открылся, нет. Так, вот слон открылся. Все, мы все порасчищали. Давай что-нибудь теперь посадим. Вот земля. Разблокировать.
Все, отлично, мы что-то открыли, нажимай на него. Вот, у нас все уже открылось, видишь? Давай, нажимай, да. Отлично, мы что-то купили, оно у нас уже, по идее, появилось. Давай, вот сюда заходи. Угу. Так, вот, выбрать, давай. Тропический цех. Отлично, ставь, куда мы его поставим? Ставь. Угу. Куда-нибудь в краешку, так, ага. Первое здание на острове мы поставили. Какие мы молодцы. Ох, тут можно панду, попугаев, обезьян. Обезьянка! Круто! Сахарный тростник. Это то, из чего делает сахар. Все, мы посадили, да, посадили сахарный тростник. Теперь у нас будет расти любимый сахар на острове. Мы идем смотреть дальше, что тут есть. Так, ну это вода. Ну, в принципе, это идентично, похоже на то, как у нас там ферма, только теперь у нас еще одна ферма на островах есть. Давай вот здесь теперь посмотрим, будем изучать остров. Слоник, ты нам не нужен. Вот так. Хотим слоника. Вот он слоник. Давай, слоник, открывайся. Так, мы, короче, все сейчас пооткрываем, да, я чувствую? Вот, слоник уже золотой. Итак, друзья, у нас вчера произошла небольшая проблемка. У нас вырубили интернет, и мы не смогли вообще ничего делать, и играть тоже не смогли. И даже видео смотреть. Да, и даже видео не смогли смотреть, поэтому мы поехали кушать и гулять. Наш летсплей в ферме Фермерама на этом не заканчивается. Мы отснимем впереди еще несколько серий, но при одном условии. Если вы напишите в комментариях, что вы хотите, чтобы мы снимали летсплей на эту игру, на Фермераму. Плюсики, пишите просто в комментариях, что хотите видеть, как мы играем в нее. И тогда мы снимем еще несколько летсплеев и покажем вам, что мы открываем там и как мы двигаемся в этой игре. Кстати, я чуть не забыл сказать вам. Внизу в описании я оставлю ссылку, по которой вы можете перейти и зарегистрироваться. Переходите именно по этой ссылке, регистрируйтесь в игре, играйте. И в случае, если вы будете регистрироваться по этой ссылке, каждому участнику, точнее первые 5000 человек, которые зарегистрируются, получат по 2,5 евро реальных денег для покупок в игре. То есть вы сможете купить что-то в игре на реальные деньги. Каждому будет даваться по 2,5 евро, но только в случае, если вы перейдете именно по ссылке внизу в описании. Переходите, регистрируйтесь, я все там напишу внизу, переходите, читайте. Если ты хочешь видеть новый летсплей на моем канале и не только Фермерама, то подпишись на мой канал, нажми внизу на красную кнопочку под видео. И на колокольчик. Чтобы не пропустить новые видео, чтобы вам приходили уведомления. И скажите пароль. До завтра, ферма Нико. Пока-пока. И еще рекомендую зайти и подписаться на другие наши каналы. Канал моей бабушки, канал моих родителей, канал с мультиками. Еще посмотри мои видео.